абсолютно новый автомобиль. Его салон создавался практически с чистого листа. Внешне новая Тиана — это совершенно другой автомобиль. С неизменным качеством. Если развалиться, то чувствуешь себя очень комфортно. Она стала более комфортной, но при этом более дерзко динамичной и хорошо управляемой. Еще немного, и итальянцы назовут ее Тиамо. «Первый взгляд» в среду в 21:30 на Авто24.